В России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Выпускники школ могут претендовать на более чем 576 тысяч бюджетных мест. В первую очередь в вузах, обучающих по педагогическому, медицинскому и IT направлениям. Одной из примет нынешнего года является возможность поступать белорусам не только по результатам ЕГЭ, но и по итогам центрального тестирования. При этом за учебными заведениями нашей страны остается право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для абитуриентов из Братской Республики. Что касается зачисления, то оно будет проходить в два этапа. На первом подать свое согласие в университеты смогут абитуриенты, имеющие льготы или поступающие в рамках квот. На втором документы ждут от претендентов на основные конкурсные места.